Всех приветствую на своем канале. Сегодня я покажу и расскажу, как связать себе теплую большую объемную шапку. Для этого нам понадобятся круговые спицы и шерсть. В моем случае это шерсть, которую я сам спрял. Это собачья. Хорошая. Для начала наберу 45 петель, дальше посмотрим. Первую петлю делаем так. Заводим спицу за стенку, получается. Подбираем вот эту. Подбираем вот эту. Затягиваем. Дальше. Идем сюда. Идем сюда. Забираем. Сюда. Сюда. Все так. Вот так наберем 45 петель. Вот я набрал 45 петель. Вот этот конец берите с запасом, потому что может и не хватить, когда набираете петли. Учитывайте еще то, что одна петля у вас идет на соединение. То есть с этой стороны перекидываем одну петлю сюда. Таким образом. И сейчас берем петлю и отсюда, конечную. И захватываем сразу с той, которую мы перекинули. И провязываем их обычной лицевой петлей, получается. Не всегда получается. Вроде получилось. Вот. И дальше будем вязать, получается, лицевая и изнаночная. Резинкой 1 на 1. То есть вот лицевая, теперь изнаночная. Получается, закидываем наверх пряжу. И вместе с ней вдеваем узелок. Потом вот так вот продеваем. Вот изнаночная. Лицевая вдеваем с этой стороны. Просто вот так. И забираем ее оттуда. Сюда получается. Выворачиваем. Изнаночная опять. Сюда, сюда, сюда и сюда. Ну и так дальше продолжаем. Подумаю, с загибом делать с одним или с двумя загибами. Пока не знаю, думаю с двумя. Хватит или не хватит еще шерсти. Смотрите мой промежуточный результат. Не пугайтесь, когда вы не видите рельефа своей вязки в самом начале, потому что в самом начале ее может быть не видно вообще. Надо провязать хотя бы 5 сантиметров, чтобы ее увидеть. Да и вот, как видите, я уже столько провязал, у меня ее очень плохо видно. Это также зависит от пряжи. Вот у меня она пушистая, поэтому я не вижу. Но это не страшно. Главное, чтобы теплая была. Вот такая она толстая уже. Больше 25 сантиметров уже. Получается, вот этот моток я закончу. Загиб будет. Вот один такой. Этого вполне хватит. Потому что, ну, прям реально толстая. И потом добавлю в конце макушку. Получается, свяжу вот эти. Вот я провязал примерно чуть больше 30 сантиметров, наверное. И также не забывайте примерять на себя, смотреть, как это на вас смотрится. Вот, чтобы видеть, хватит или не хватит, дальше вязать. Такая вот у меня шапка получилась.
дальше я решил, что буду вязать вот этой белой пряжей. Скрещиваем мы таким образом. Берем один конец, берем второй конец. Закладываем друг на друга, крест-накрест получается. И вот так вот в переплете. Вот так вот получается. Вот так. Неудобно одной рукой, но вот. И потом просто как одну нитку все это также связываем, получается, в каждую петельку, ничего не разъединяя. Вот я провязал сантиметра 4 белой пряжей. Теперь каждые 10 петель примерно сокращаем петли. Позже я вам это покажу, каким образом я буду сокращать. Сокращать начинаем тогда, когда вы, в принципе, сами видите, что пора. Ну и когда ваша вязка становится выше вашего лба. Сокращаем мы таким образом. Когда мы дошли до лицевой петли, мы, получается, вот этой спицей продеваем через лицевую плюс изнаночную. То есть сразу две петли. Вот так вот. Первая, вторая. И просто провязываем лицевую, как обычно. Все. То есть две петли просто захватили и провязали лицевой петлей. Так продолжаем сокращать через каждые 10 петель примерно. Вот когда мы досокращали примерно до 20 петель, хотя бы вдвое меньше нужно сделать, чем было, мы можем завершать наше изделие, нашу шапку. То есть мы не отрезаем никак нашу пряжу, мы берем эту нитку и просто, получается, через каждые петли вот эти вот по кругу надо ее провести, высунуть и затянуть как мешок. И потом завязать на узелочек, можно еще, ну и завязываем на узелочек и прячем, получается, по петелькам этот. Вот такая вот у меня получилась шапка, я ее уже помыл. Не забывайте, что после мытья шерсть садится, так что она может быть немножко поменьше, это не страшно. Ну а вы продолжайте смотреть мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока-пока.